Добрый день. С вами Сергей Изовский, риэлтор из Аликанте. Хочу вам озвучить видео, которое снимал не я. Наш риэлтор полгода уже трудится у нас в агентстве, испанец. Он учится, не обессудьте. Квартира 3 комнаты. Первая налево после входа. И поворота мы видим кухню. Что у нас в кухне? Кухня как кухня. В нормальном абсолютно состоянии. Навесные шкафы. Все хорошее. Можно пользоваться. Впереди видите мойку с сушкой. Окно. Окно в патио. Эта квартира имеет почти все окна в патио. Из всех комнат. Видим галерею. Окно также выходит в патио. Наблюдаем стиральную машинку, котел там был, ну и личные вещи. Чуть-чуть посмотрим, что у нас с другой стороны кухни. Большой холодильник. Идем далее. Поворачиваем налево. Видим первую комнату после кухни. В комнате сейчас обустроен косметический кабинет. Здесь давят прыщи и наводят красоту клиентам. Все просто. Комната небольшая, метров, наверное, 8-10, может быть, то, что я вижу. Я в этой квартире не был. Идем далее. Это уже второй поворот у нас. И прямо по ходу движения. Справа, кстати, у нас был санузел. Пропустил его наш видеоблогер Хорхе. Наблюдаем два дивана за спиной. Мебель. И там еще есть телевизор. Проходим далее. Опять по коридору. Вся квартира эта состоит из коридоров. Есть и такие постройки. Налево видим вторую спальню. Первая у нас был косметический кабинет. Это вторая. Окно. Вот сколько учу, говорю, снимайте на автомате. Ну, риэлторы не видеографы. Им тяжело все запоминать. Окно тоже в патио там было. Но качество очень плохое. В съемке не заглянул он в патио. Ну, бог с ним. Едем дальше. И еще одна комната по ходу движения. В ней комната, пардон. Мне звонили. Пришлось отказать. Не, это не комната, а санузел, да? С душевой кабинкой. Сам смотрю видео и думаю, руки бы оторвал за такие съемки. Но снято, надо озвучить. Не ругайтесь сильно. Что у нас здесь? Окно тоже в патио. Все в патио, в патио, в патио. Цены на недвижимость очень сильно растут. Мы просто не успеваем людям объяснять, что за 50 тысяч уже практически ничего не купишь, только верхние этажи домов без лифта. Ну, в нормальных местах я имею в виду, не в цыганских районах. И последнее, что мы видим, зал по коридору. Здесь в этой квартире можно жить в коридорах. Большая кровать. Двуспальная, двухместная. Шкаф у стены. Все простенько. Мне регулярно говорят, какие вы помойки там показываете, как вы живете. Боже мой, я жил в России почти всю жизнь. Столько я помоек видел, страшнее в миллион раз. Так. Я же тоже имел агентство недвижимости. Там продавал еще 25 лет назад. Почти 30 я был директором агентства недвижимости.
Вышли на балкон. Видим, там у нас вдалеке была гора. Зеленая, красивая, с хорошими обзорами. А это дом напротив. Значит, вот он, Хорхе у нас был, красавчик. Ну, учится, старается. Не ругайтесь сильно уж. Я сам матерюсь внутри. Не каждому дано снимать, это надо делать каждый день, тогда рука набьется как-то, даже если ты совсем ничего не умеешь. Идем назад. Кому-то ракеты запускать, кому-то видео снимать. Налево, вот как раз там хозяйка пробежала. Будет сейчас еще один санузел, который Хорхе пропустил, когда он снимал при первом проходе. То есть два санузла для квартиры, это, конечно же, очень хорошо. Приедут друзья, сдавать можно клиентам, которые там с большой семьей. И два санузла – это преимущество. Заказывайте недвижимость. +34 663 945 750. WhatsApp.